Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли, нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либертали. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонны? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни псу под хвост. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Сюда. Сэм, сюда. Я иду. Никого нет. Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Сэм, сюда. Нет, так не пойдет. Эй, Нейт, похоже, тут есть проход. Сюда, Нейт.
Пылища. Зато какая хорошая нагрузка на квадрицепс. Ты смотри, это вовсе не хижина. Ага. Тут поработали хорошие каменщики. Да, но откуда они взялись? Обычно на корабле могли быть плотники, бочары, но не каменщики. Я бы сейчас все отдал за камеру. Ну, она есть. Да ладно, ты серьезно? Да, да. На катере, с остальным барахлом. А, смешно. Как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Эй, тут есть выход. А, слишком высоко, не залезть. А, давай что-нибудь подставим. Тут ящик, у меня идея. Вот так. Берегись! Ага, мы в деле. Нифига себе. Эй, нашел чего? Ты должен это увидеть. Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И, ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да. Посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Это... У меня дар речи пропал. Я просто охреневаю, Нейт. Говоришь, дар речи пропал? Как думаешь, сколько они все это строили? Годы, десятилетия. Как им удалось сохранить все в тайне? Еще можно прочесть.
Эй, Сэм, посмотри. Кузница. Здесь делали сабли. Защищайся, пес! Класс. Я просто... Ну да, я понял. Ну, как раньше. Да, да. Тоже мне пират. Они торговали с другими колониями? Эй, Сэм, смотри! Пиратский кодекс поведения. Я думал, тут вся соль в том, что правил нет. Правила были даже у пиратов. Кости лошадей. Привязаны. Словно их бросили. Почему? Не знаю. Может, люди спешили? Или их увели силой. А, что-то здесь нечисто. А что ты думаешь, тут произошло? В смысле? Ну, все хорошее когда-нибудь кончается, так? Я, конечно, шучу про проклятое сокровище, но после всех твоих историй... Обычно верный вариант – это самый простой вариант. Обычно. Похоже, мы нашли местную таверну. Пираты всегда пираты. Сурово. Столы сломаны, стаканы разбиты. Пираты есть пираты. Представляешь, как тут было раньше? Лавки открыты. Гуляют просоленные пираты. Под метром. И, конечно, бесконечная болтовня попугаев. Жизнь своим чередом. Вдали от всяких властей. Конечно. Похоже, тут есть какой-то проход. Это все, конечно, здорово. Но как добраться до того большого здания с башней? В смысле, до сокровищницы? Не будем спешить с выводами. Я буду считать, что это сокровищница. Главное верить. Ладно, ладно. Как нам попасть в сокровищницу? Без понятия. Как ребенок. Извини.
Эй, смотри, здесь жили семьи. Да, но куда же все подевались? На небо их забрали, что ли? Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Нет, я такой не знаю. Может, захватчики? Наверняка у этих людей были враги. Логично. Эй, Нейт, посмотри! О, в этой хреновине я бы сфотографировался, если бы у нас была камера. А хочешь, я тебя нарисую? Правда? Да. Похоже, тюрьма нужна даже в пиратской утопии. Представляешь, кого туда сажали? Как-то это лицемерно, тюрьма у пиратов. Ну? В любой компании найдутся мерзавцы. Сюда, за мной. Тут есть тоннель. Эй, Сэм, сюда! Здесь что-то есть. Я сейчас. Ладно, обратно идем другим путем. Похоже на убежище. Да, но от кого они прятались? От самих себя? Смотри, похоже на схему торгового квартала. И... вот. Вот наше сокровище. В этой башне. Что они задумали? Huh?
А вот как мы выберемся. Там внизу виден свет. Сказать тебе то же самое. Да, да. Это еще что? Там кто-то ходит. Посмотри, ладно? Понял. Не видно его? Ничего, порядок. Стой! Черт, там что-то было. Иди глянь. Ага, сейчас. Видно что? Тут все в порядке. Вон там какое-то движение. Проверь. Да, ладно. Ну что, там никого? Да, чисто. Thank you.
заходи. Мы их нашли! Или это все? Это все. Ты как? Ничего, запыхался. Давай, Сэм! Эта штука прочная? Не прочнее всего остального. Ясно. Значит, нет. Ладно, ладно. Иду. Наши друзья. Черт! Ох ты! Тут все разваливается. Берегись! Ты можешь опрокинуть все здание! Там
занимались таким раньше? Нет. Грабили деревья. Но такое первый раз. Осторожней. Чуть не засекли. Посторожим тут, пока босс не появится. Скоро будут на месте. Ладно, не расслабляйтесь. Посторожим тут, пока босс не появится. Вон там.
Ну, все. Пока да, но лучше... Сюда! Готов? Готов. Сейчас. Давай. Спасибо. Осторожно, тут высоко. Да, я вижу. Так. Осторожнее вначале. Обалдеть. Да. Там проблема с лестницей. Справимся. Вперед. Там у тебя дела. Роскошный вид. О, вот это высота.
Класс! Молодец, старший брат. Не отставай только. Эй, забыл, кто тебя этому учил, а? Засранец. Так, теперь что? Верь мне и делай, что говорю. Что, прям все делаем? Да, вроде того. Теперь мы точно в богатом районе. Но это не жилые дома. Думаешь, тут были их органы власти? Пожалуй. Градостроительный комитет Либерталии. Да. Может, и налоги были? Как знать. Тут ничего. И тут не пройти. Смотри, из чего построено. На это наверняка ушли годы. Учитывая, сколько у них было денег. Ага, а ответственности ноль. Впрочем, как и скромности. Да. Ну, вкус за деньги не купишь. Баррикады? Что произошло? Какая-то битва. Вопрос риторический. Да. Но вот кто с кем сражался? И почему? А у этих даже вроде униформа. Будто солдаты. Thank you.
Ого, впечатляет. Пусто. Ну, конечно. Думаешь, это рейв? Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну, ищем зацепки? Да. А куда деваться? Вор. Пусто. Гора полок и все пустые. Крутой прикид. Вроде даже форма. Ты был здесь охранником, да? Молодец. Что у них тут стряслось? Хороший вопрос. А что, если сокровища не осталось? Они спустили все на мраморные полы. И когда колонисты это поняли... Они разозлились. Может и так. Кое-что нашел. Удивительно, как оно уцелело. Капитан Эвери. Паршиво он выглядит. Что это? Старая опись. Много сокровищ. Секундочку. Нейт, иди сюда.
Эй, Нейт, посмотри. Что у тебя? Деньги Либерталии. Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета, все эти пустые полки, оно было здесь. Да. Вот только вопрос, куда оно делось. Короче, мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? Нет. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери, Тил, основатели Либерталии. И везде написано «вор». Не тиран, не убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Я знаю, где оно. Что? Где? Это карта? Вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Эвери же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. И на каждом стоит знак. Там они и жили. Ну что, полезем на сторожевую башню? Осмотримся. Новый Девон, мы идем. И как бы нам наверх забраться? Подойди-ка. Так, готов? Так, шаг первый, второй. Поднять люстру. Отличная мысль. Ты удивлен? Прими комплимент. Спасибо. Вот так. Роскошно выглядит. Давай залезем. А если прыгнуть на другую цепь? Простите. Прости, Кондон. Болдридж. Что? Ты наступил на Болдридж. О, и правда. Ну,
Пошли наверх. Поражаюсь, что лестница цела. Эй-эй-эй! Сейчас сглазишь. Опс, рано радовался. Я же говорил. Эй, видишь башню? Конечно. Эй, Сэм! Да! Так, проверяю, не разбился ли ты насмерть. Ха-ха. Мы почти дошли. Он просто в восторге. Поможешь забраться? Конечно. Ну, готов? Готов. Сейчас. Давай. Что-то нашел. Поберегись. И... Вот это воронье гнездо. Вон там. На том берегу реки. Ну что, пойдем грабить награбленное. Внизу можно пройти? Вроде бы. Пошли.
Как думаешь, сколько нам до нового Девона? Ну, пара часов. Зависит от того, с чем и с кем мы столкнемся на пути. Надин, рад тебя видеть. А, все, Манго, Манго. При чем тут Манго? Наша с женой шутка. Всегда такой остроумный? Иногда бывает. Да. Вы с братом лучше всех на этом острове умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди, еще не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Стой, давай поговорим. Стоп.
Ладно, это тяжелее, чем я думал. Ну, но я сам дверь найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Твою мать. Пошел! Достал этот остров! Достал твой брат! И достал ты! Ну уж нет! Давай, может, договори. Шустрая, но недостаточно. Да, оставь. Надо выбираться, пока они... Эй-эй-эй! Давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт? Сэмюэл? Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен? Хочешь рискнуть? Ну давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу! Ну хоть один. Сэм, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Рейв! Все! Не стрелять, не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно. Ты уже победил. Расслабься. Ты ж бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты, мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче, ну, ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты о чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили. В Аргентине полгода назад. Это я вытащил Сэмюэла. Что? Класс. А тебе он что сказал? Сэм, какую историю ты состряпал? Алькасар, правда? Наврал? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм... Эксперт по Эвери.
Жив. И даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу кому надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О, Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм, я не верю. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя. Ну стой. Слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейф? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Ну, слово дамы. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь нет, ошибку! Стой, Нейт! Эй! Нейт! Ну, мы приехали. Кто здесь вообще живет? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет. И мы на месте. Ух ты. Ну и домище. С чего начать-то? Начнем с того, что поищем вход. И устроим себе экскурсию. А тут есть сигналка? Я сказал, поищем вход, а не разобьем окно. Ну, парадная дверь явно заперта. Ну, что я говорил? Попытка не пытка. Ладно, давай с той стороны зайдем. Эй, Ней, смотри, окно открыто. Точно. Так, иди за мной. Ну-ка, давай руку. Ну что, пошли? Давай, Нейт. О. Стрёмно. Да. Держи. У меня 2. А мы какую-то конкретную комнату ищем?
короче, высматривай книги, дневники, документы и все в таком духе. Тут ничего. Не-а. Не, на чердаке их точно нет. В этих коробках только старое походное снаряжение. Ха. Да, то, что надо. Спускаемся. И как нам их найти? Мамины тетради? А ты не помнишь? У нее они все были в белых кожаных переплетах. Да помню я, но чердак-то огромный. Это ж как иголка в стоге сена. Ага, белый переплет. Я вроде нашел. Серьезно? Нет, это не мамина. Но ты все равно молодец. Давай искать дальше. Слышь, Сэм, может, я сбрендил, но это похоже на вазу династии Мин. Нейт, кто в здравом уме оставит вазу династии Мин так просто на видном месте? Ну да, стопудово подделка. Ха, разумеется. Да? Да. Эти коробки тебе ни о чем не напоминают? О наших вечных переездах. Точно. Папа еще говорил, зачем их распаковывать, все равно через месяц опять съезжать. Ага. Вот ведь скотина. Никак! Ну-ка, давай вместе. Готов? Саркофаги какие-то. Ага. Посмотри. Да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги.
Сэм? Настоящие? Что это за место? Ну, надо узнать. Сделай одолжение. Когда я умру, похорони меня в такой штуке. Ладно. Значит, можно распотрошить тебя и сделать мумию? Хотя, знаешь, я передумал. Сосуды для органов. Клёво. Я где-то такое уже видел. Лежачие фигуры. Работы этрусков. Да, точно. Да, муж и жена похороненные вместе. Жутковато. Но в то же время круто. Ага. Вот еще один. Не-а. А здесь мы видим древнюю месопотамскую стиралку-сушилку. Я всегда был остряком. Всегда. Эй, Нейт, посмотри, ну-ка, кто я? А? Доктор Ливингстон, ну что ж ты? Клёво. Куда поедем? А? Ну куда бы ты хотел поехать больше всего? Кто, я? Ну да. Так, ну? А ну-ка. Индия. Ага, посетим Тадж-Махал. Крутится, вертится. Советский Союз. Давай в Москву. С этим может быть проблемка. Глянуть бы на Красную площадь. Еще разок. Англия. Посмотреть бы Виндзорский замок. Да, Сэм? Эй, я же не виноват, что тебя тогда еще и на свете не было. Тем более я почти ничего не помню. Ну, замок как замок. Ага. Ладно, последний раз. Бразилия. Вот это другое дело. В тропических лесах полно неизученных уголков. И неизученных племен с отравленными дротиками. Да, и это тоже. Эй, смотри! Жарко в нем. Это мы плодородие. А ты не слишком ли стар для таких шуток? Возраст не помеха. Ух ты, стол такой же огромный, как те, что в приютской столовой. Тут еда наверняка получше. Хм, да любая будет получше. Класс! Тут наверняка крутые вечеринки закатывали. Судя по вещичкам, денег у них было предостаточно. Ага. Но последняя вечеринка явно была очень давно.
Ого, Лоуренс Аравийский. Всегда хотел посмотреть фильм, но все как-то не складывалось. Рыцарский доспех. Французский вроде. Черт. Тут есть дневники на любой вкус, только маминых нет. Дом большой. Не вешай нос. Японский. Да, а герб-то узнал? Листья Алтея. Это... Сейчас, не говори, не говори. Клан Токугава. Да, молодец. Письмо? Обрывок. Кто-то хотел все это купить, а они отказали. Ну, денег им хватало. Я бы тоже не продал. Представляешь, каково это найти такой артефакт? Ха. Наверное, очень круто. Ладно, мне кажется, маминых дневников тут нет. Пойдем-ка глянем, что там наверху. Одна в походе. Гонг с драконом. Откуда ты из Юго-Восточной Азии? Руна. Ты посмотри. Компас. Гномон. Только представь, ты один посреди моря. Все эти инструменты, все, что отделяет тебя от гибели. Заперто. Может, дневники где-то там? Надо найти другой вход. Вентиляция. Смотри. Точно. Мы можем по шахте пробраться. Не мы, а ты. Что? Я туда не влезу.
Ты справишься? А ты что? Типа сомневаешься? Ладно. Ну тогда дерзай. Сюда. Походу работает. Встань-ка ближе. Улыбочку. Не теряй. Полезли. Только не грохнись. Вот. Так, я залез. Можешь дверь открыть? Сейчас. Отсюда тоже не открыть. Посмотри, может, там есть ключ? Кодеин. Куча таблеток. Нашел. Вот это грустно. Ну, что там? Никаких дневников.
Ладно, осталась последняя запертая дверь. Пошли. Ого. Море дневников. Ну, поищем.